Тихо, спокойно, уютно. Казалось бы, происшествия обходят этот двор стороной, но как бы не так. Александр Борисов возвращался домой с работы. На двери подъезда обнаружил подозрительное объявление. Висело объявление, что меняют ключи, меняют замки домофона и просят посчитать, кому именно сколько нужно ключей. Ссылались на управляющую компанию. Позвонили в управляющую компанию, они знать этого не знают. Ну, решили, что мошенники. Ну, поснимали все объявления, да и все. На объявлении QR-код, однако считать его не удается. Появляется предупреждение о переходе на небезопасный ресурс. Жители дома по улице Крыловская обратились в свою домофонную компанию. Там подтвердили, объявления фальшивые. Для верности амичи написали в региональный фонд капремонта, уточнили, нет ли задолженности на доме. Выяснилось, она есть. Правда, не за замену домофона, а за ремонт лифтов. Корреспондент телеканала «Омск ТВ» привлек к ситуации на Крыловской внимание правоохранительных органов. Рекомендуем гражданам не переходить по ссылкам и QR-кодам, так как чаще всего они ведут на фишинговые сайты. Самое правильное в этой ситуации – обратиться в управляющую компанию или в обслуживающую домофонную компанию. Узнать, какая компания обслуживает ваш дом, можно из данных на панели домофона. Информация также есть на квитанциях за оплату. Для того, чтобы получить новый ключ, следует обратиться в управляющую компанию.